Высокотехнологичная медицинская помощь стала для жителей региона доступней. Кинешемская ЦРБ теперь тоже с ангиографом. По словам врачей, это лучшее оборудование, которое изобретено в мире для лечения пациентов с коронарной патологией. До настоящего момента ангиограф был только у областной клинической больницы. Но теперь пациентов с инфарктом миокарда, нестабильной стенокардии вести в Иваново не придется. Кинешемский ангиограф готов принять не только местных пациентов, но и больных в восточной и северо-восточной части региона. Здесь и Кинешма, и Кинешемский район, Юрьевец, Заволжск. В принципе, мы можем и Вичуга тоже. И Путиш, наверное, мы же дорогу за время. Мы же в этом году делаем Кинешму Путиш дорогу. Да. Плечо то есть, короче. Да, короче будет плечо, и здесь, в принципе, у нас будут все возможности. Оно, может, не короче будет по километрам, но там дорога будет качественная просто. Да. Отделение отремонтировали. Поскольку у пациентов станет больше, оборудовали дополнительную палату реанимации на 3 койки. Для работы с ангиографом 3 врача прошли обучение. Еще одного с опытом пригласили из Астраханской области. Там он работал в областной больнице. В Кинешму приехал на должность заведующего отделением. Работал, конечно же, то есть без нашей специальности, без него никуда. То есть это, можно сказать, наши глаза. Как и в областной больнице, так и в городской больнице была ангиографическая установка. В областной больнице у нас их было даже время. Сейчас оборудование проходит пусконаладочные работы. К работе медики планируют приступить в конце февраля, начале марта этого года. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Кинешма.